студии Анастасия Проурзина. Здравствуйте! В некоторых районах юга России атмосферная засуха привела к опасному агрометеорологическому явлению. Эффективных осадков, то есть 5 мм и более, на этих территориях не было уже месяц, а температура достигала плюс 39. Последние 5 дней здесь держится суховей – тип погоды, при котором влажность воздуха низкая, а температура слишком высокая. При этом бушует ветер 9-13 метров в секунду. Агрометеорологи опасаются негативного влияния на урожайность культур. А у нас в субботу, 20 июля, синоптики прогнозируют днем 27-28 со знаком плюс. Ночью температура опустится до 21 градуса. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Магнитное поле неустойчивое. Атмосферное давление 743-745 миллиметров ртутного столба.